все изменится, когда похудею, когда выучусь, когда перееду. Это еще называют синдромом отложенной жизни. Вот сейчас мы потерпим, а потом там будет... Слушайте, люди обычно худеют. Это у меня хороший марафон. Я не буду скрывать. Меня худеют и довольные. Но большинство... Потому что мы поведение пищевое меняем. Вот. А большинство худения, что такое? Люди отказываются от еды, худеют и ненавидят всех за то, что они вынуждены все себе ограничить, чтобы вот эта сволочь на меня посмотрела. Поэтому не ждите. Вы не заживете счастливо, когда похудеете. Это не значит, что не надо сейчас приводить себя в норму, если вы перебрали с весом. То, что вы получите какие-то знания, это не значит, что после этого сразу вы войдете в открытый космос и будете счастливы, так сказать, бороздить просторы какие-то. Не будете. Но это не значит, что не надо получать знания. Не надо откладывать жизнь. Нужно получать удовольствие от жизни, потому что вы ее узнаете, вы ее понимаете, вы в ней самореализуетесь.